вот такая вот жесть творится вот здесь. Это просто жесть. Это просто жесть жестчайшая. Только что ящики из-под снаряда валяются. Вот колоды. Вот когда смотришь где-то, так так, веришь, не веришь. А вот так у себя глаза. Это уже там вроде кому. А вот у себя там где-то горит. А, это стекло. Стекло даже подрагивает. Не знаю, проедем мы там или нет. Ой, похоже. О, тут у тебя движения нету. Там, по-моему, на дороге прям перекрыто транспортом. О, это кадыровец. Это сумки. Нет, экс-кадыровец. Зайду их, по-моему. Экс. Вон там впереди вообще большая свалка. Так вот то. А то, наверное, тут и нету движения. Цивильная машина подбита. Вот они, реалии войны все. Это цивильный автомобиль. А есть там вот сбоку дорога. Вот вам русские свинособаки. Вот ваша техника. И ваши дохлые солдаты валяются вокруг, гниют. Как соваться к нам на Украину. Ничего себе, сколько тут погромили. Так будет со всеми, кто придет на наши земли. Всех ждет такая же участь. Мрази. Вон их останки валяются. Их руки и ноги. Надеюсь, они положили в карман семечки, чтобы подсолнухи выросли.